Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На дорогах Кировской области участились случаи наезда автомобилей на диких животных. Как правило, это происходит на загородных трассах. В мае таких автоаварий, по данным ГИБДД, было 8. Травмы в них получили 3 человека. Например, это 12-летний мальчик, который находился в автомобиле, сбившем лося в Кирово-Чепецком районе. Госавтоинспекторы рекомендуют водителям быть внимательными, особенно в зоне действия знаков, предупреждающих о возможном появлении на проезжей части диких зверей. Трасса 101. Министерство внутренних дел одобрило выдачу автомобильных регистрационных знаков, где у кода региона будет иметься добавочная цифра от 1 до 9. До сих пор в качестве таковых использовались только единица или семерка. Правда, штамповать такие номера сразу не будут. В ГИБДД говорят, что запасы прежних знаков в регионах еще есть. Кстати, власти пообещали не использовать добавочную шестерку в Свердловской области. Ранее некоторые уральские водители заявили о своем нежелании ездить с числом дьявола 666. Трасса 101. Президент Путин подписал поправки, позволяющие автовладельцам оформлять ОСАГО без предъявления страховщику действующей диагностической карты. Данная норма будет работать до конца сентября. После этого в течение месяца гражданин обязан будет пройти техосмотр и предоставить карту в страховую компанию. Правительство получило право, в случае чего, продлить такой режим до конца 2020 года. Трасса 101. А, кстати, сколько водителей не приобретают ОСАГО? Цифра впечатляет. 20%. Об этом сообщают РИА Новости. Причем в крупных городах тех, кто ездит без автогражданки, немного поменьше. Большинство водителей, имеющих обязательную автостраховку, тратят на нее от 5 до 10 тысяч рублей. Трасса 101. Популярный в Кировской области внедорожник «Chevrolet Niva» снова подорожал. Минимальная стоимость авто подросла почти на 10 тысяч рублей, достигнув отметки 686 тысяч. В максимальной комплектации машина обойдется почти в 900 тысяч. Правда, дилеры сейчас предлагают хорошие скидки. Напомню, что в скором времени «Chevy Niva» начнут выпускать под новым названием «Lada Niva». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.